Дуру, ты уже здесь? Подожди меня, детка, я иду. Пока, милая. О, учитель, опять неплохо выглядите. Что такое? Учитель, это мы вас спрашиваем, что за дела такие? Дочь, она же не в первый раз приходит. Это не дочь, это другая. Волчонок? Надо было позвонить, я бы вышел. Ты не сможешь. Что? Ты вчера спросил, сможешь ли. Не сможешь. Почему? Ты влюблен в жену, это я уже поняла. Но все равно не сможешь. Посмотри вокруг, Али. На себя, в конце концов. Я изменюсь. Как? От моего отца добра не жди. Забудь о нем. Я тоже не могу постоянно бегать за тобой. Я не так хорошо тебя знаю. Пропадешь ни за что, ни про что, Али. Мне жалко тебя. Эти дела не для тебя. Откажись от всего. Вернись, пока не поздно. Я пришла сказать тебе это. До встречи. Пока. Опять пришел этот полицейский, и согласно вашему приказу, я не разрешила ему увидеться с Милек. Нет-нет, впусти его. Хочу послушать, что он скажет. Не утруждайтесь зря. Никто меня отсюда не освободит. Кто сказал, что я пытаюсь тебя освободить? Тогда что вы хотите? Докопаться до истины. Правда? Правда. Скажи мне одно. Я готов услышать все, что угодно. Моя работа, начальство. Люди, которые стоят за этим делом, сейчас это не имеет значения. Ты невиновна? Это сделала не ты? Ваше время истекло. Я сама отвечу на ваш вопрос, Азанбей. Кто это был? Уходи. Уходи и больше не появляйся. Пожалуйста. Вы пойдете со мной. Садись сюда. Почему ты меня позвал? Недавно я говорил с одним из своих учеников. Он был очень расстроен. На него наорал отец. «Так нельзя», — сказал я. «Как можно обижать ребенка?» А он стал оправдываться, мол, у него тяжелый период в жизни. Знаешь, о чем он сокрушался больше всего? А дети? Вдруг я не смогу о них позаботиться? Они мое все, сказал человек. А я ему говорю, кретин, если дети твое все, почему ты их обижаешь? Сказал. И потом как дал ему по носу. И вышел. Я все правильно сказал. Правильно, правда? Даже мягко сказал. Что будет вечером? Ничего. Пойду без подарка. Ничего страшного. Ты станешь звездой вечеринки. Звездой. Каким образом? Подарка нет. Но мама всегда с тобой.
Помнишь, как оно блестело, когда мама носила его? Теперь ты будешь носить и блистать, как мама. Потому что частичка мамы будет с тобой. Ты бы хотела? Папа. Доченька, прости меня. Беру хлопоты на свою голову. Эй! Ты? Выслушай меня. Почему ты еще здесь? Слушай, я говорю. Последний раз. Помогаю тебе в последний раз. Вернем удостоверение, и ты меня забудешь. Идет? Поможешь? В самом деле поможешь? Если до тебя так трудно доходит... Все, я молчу. Только помоги. Идем со мной.